Чувашскому государственному университету окажут государственную поддержку по созданию инжинирингового центра. Недавно вуз одержал победу во всероссийском конкурсе. На реализацию проекта будут выделены значительные средства. Подробности в следующем материале. Министерством образования и науки Российской Федерации совместно с Министерством промышленности и торговли Российской Федерации подведены итоги открытого конкурса на предоставление государственной поддержки пилотных проектов. Госуниверситет набрал наибольшее количество голосов экспертов. Это все тоже публично, открыто. Было подано всего 69 заявок от разных учреждений образования, из которых 11 стали победителями. Поэтому поздравляем, Андрей Юрьевич, вас, вашу команду, совместной нашей деятельности. Победить в этом конкурсе, отмечает ректор вуза, было непросто. Чувашский государственный университет конкурировал с ведущими учебными заведениями страны. По мнению экспертов, Чебоксарский инжиниринговый центр будет решать значимые задачи. Студенты ЧГУ смогут наработать здесь практический опыт. На всю сумму закуплена, всю сумму, которую мы выиграли, это 100 миллионов рублей, будет закуплено технологическое оборудование. То есть оборудование, которым студенты в будущем будут не только в рамках данного инжинирингового центра, но и по другим направлениям развиваться, писать дипломные работы. Чебоксарский инжиниринговый центр, который будет заниматься разработкой новых технологий, работать по заказам предприятий в сфере сельскохозяйственного транспорта и машиностроения. Он создан при самой активной поддержке руководства республики, главы Чувашской республики, кабинета министров. Без их участия эта победа не состоялась бы. На базе центра будут проектировать новые образцы сельскохозяйственной техники и системы управления электроприводов. Сейчас отрасль сельскохозяйственного машиностроения нуждается в инновационных подходах. В России осталось очень мало компетенций по разработке трансмиссий для сельхозтехники прежде всего. Если промышленные компетенции есть в концерне тракторные заводы и в нашей компании, то вот именно по сельхознаправлению в России компетенции не осталось. И наше предложение для ЧГУ было именно по созданию центра компетенций по разработке сельскохозяйственных трансмиссий и сельскохозяйственных тракторов в целом. На создание центра Чувашскому государственному университету будет выделено 100 миллионов рублей. Ольга Пырочкина, Дмитрий Ковалев, Игорь Зверев, Республика.